16 июня ярославским железнодорожникам был представлен новый руководитель Северной магистрали. По ведомственной традиции нового начальника приехал представить президент РЖД Владимир Якунин. Он сделал акцент на том, что смена руководителя пришлась на непростое время. Оно характеризуется снижением пассажирских и других перевозок. Однако среди 16 дорог Северная является наиболее подготовленной для развития. Вы знаете, что существует проект Урал-Полярный, Урал-Промышленный. И запуск этого проекта потребует еще более масштабных инвестиций, еще более масштабной работы по северному ходу Лабытнанги. Я уверен, что соответствующие решения будут приняты, ну, если не в этом году, значит, но они все равно будут приняты, потому что сама логика развития экономики страны диктует такую потребность. Ну и надеюсь, что вот тогда Сергей Алексеевич вместе с Сергеем Николаевичем, они, засучив рукава, эти мероприятия будут реализовывать. Всегда на транспорте первым приоритетом стояла безопасность движения поездов, безопасность перевозки пассажиров, и это, несомненно, будет являться приоритетом. Второе, учитывая вот сегодняшние условия, в которых мы живем, это существенное повышение эффективности работы транспорта. Есть еще третья тема, которая, несомненно, всегда, ну, с какой-то стороны болезненна, с другой стороны, она всегда проста для понимания. Это работа с пассажиром, это работа с нашим населением, это пригородные перевозки, в основном, эта тема.